Трогательные кадры сняты в окрестностях горы Мельничная. На Салдей реке зимует утка. Судя по всему, улететь в теплые края ей не удалось из-за травмы крыла. Хотя уже позади крещенские морозы, очевидно, что без помощи людей салдинской серой шейке не выжить. Специалисты советуют подкармливать птицу не только хлебом, но и комбикормом, рубленными овощами, зерновыми отходами. Так у кряквы будут все шансы дотянуть до весны.